8 марта 2022 года. Так, здравствуй, снег. Давно тебя не было. Да еще в марте. Ха. Вот какая красота. Хорошо, что шубку у Пушинки не состригла, а только лапки. Не мерзнет теперь. Мороза особого нет, слякоть только. Ну и ну. Обещают холод всю неделю. И дождь, и снег тоже обещают. Все одновременно. Ночью и под утро было минус 3. Сейчас плюс 3. Но снежок как разошелся, так и идет. Ну и что у нас тут с реченькой? Ну, только-только упала вот вода. Вот эти балки освободились от воды. Вода красивая стала. Я еще вчера показывала. Думаю, что это ненадолго. Опять поднимется. Снег прямо валит, валит, валит сегодня уже несколько часов. Может, он и ночью шел, я не знаю. Вон на деревьях уже сколько намерзло. О, какой, ну-ка. Снег липкий, все равно, конечно, все это растает. Грязи будет. Ну, пока вот так. Ка уровень посмотрим поближе. Еще нормально. Снег идет когда? Обычно вода подниматься начинает после того, как 6 часов пройдет. То есть к вечеру может подняться. А вчера такое небо синее было, сегодня. Ну. Так мост выглядит. Сейчас заберемся на верхушку, посмотрим, как вид сверху выглядит. Ну, земля не мерзлая, все такое жиденькое, расхлябанное, грязь под снегом. Ой, вот цветочки-то у нас вот расцвели. Вот единственное дерево здесь в лесу, пока я вижу, с цветочками. Оно самое первое расцвело и вот попало под снежок. Замерзнут теперь маленькие. Жалко. Пойдем по грязной тропинке к мосту. Листочки уже у нас вот начали выходить. Вот они. А теперь замерзнут маленько. Ну, отойдут. Птички пытаются петь, чирикают. Но их очень мало по сравнению со вчерашним днем, конечно. Кстати, вчера Магнит вывесил объявление о том, что вводит ограничения по покупке тушенки, крупы, лапши. Ну, я вчера не была. Позавчера еще ничего было. Видимо, тут уже люди ошалели, начали все скупать. Вот они такое ограничение, кстати, ввели. А я ничего не закупаю пока. Что мне нужно, я купила. И это точно не рис и не гречка. Вот смотри, что видишь? Какие. Пока никто не ходил. Сходим под мостом, посмотрим. И чуть дальше, как там и что. Кстати, давно не показывала, как у нас там под мостом. Вот как. Уровень вот видно здесь хорошо, нормально. Ну вот, если через 6 часов только поднимется из-за таяния снега и дождей. А вот и свинтусы. Куда же без них? Все побросали.
Ну вот лапки стриженные пригодились. Сейчас бы уже давно забили снегом, а тут стриженные. Ну, хорошо. Вот тут у нас все заросли топинамбура. Еще там раньше было все, еще ближе к дальнему пляжу, когда идешь, все в топинамбуре. Так что можно будет покопать, если что, голод наступит. Так, ну вот мы подходим к сливу, вот к этому. Смотрим. Ну, чаша тоже, она еще не полная. Вот это вот обычно бывает все заполнено. Ничего, нормально. Но видно, что воды много поступает с города, сливается. Вид симпатичный. Теперь поднимемся вот на этот мост, посмотрим, как сверху все это выглядит. Подниматься будем вот здесь. Так, вот сюда поднялись, сейчас на мост пройдем. Вот вид отсюда. Такой. Ой, какая грязь. На дороге-то. Ну что, смотрим, и сверху. А то вдруг кто забыл. Или не видел. Покажу. Такая сегодня у нас зима вернулась. Ну, надеюсь, это ненадолго. Все равно весна уже. Всем мирного неба. До новых встреч. Пока! Пойдем. Спасибо.